Я могу вам чем-то помочь, детектив? Я вижу, что вы готовитесь к тому, чего очень боитесь. Я боюсь только проиграть. Если у меня ничего не выйдет... То вы пожертвуете собой ради благой цели. Если я пожертвую собой, то некому будет дойти до цели. Жертва — это поражение. Иногда да, а иногда это именно то, что нужно для победы. Ну, надеюсь, до этого не дойдет. Алло, кто-нибудь меня слышит? Сайкс, ты все еще там? У тебя все хорошо? Себастьян, а я как раз тебя разыскивал. Я в порядке, но мне очень нужна твоя помощь. Не пожалеешь? Наверное, нужно пойти в его убежище и узнать, в чем дело. Черт. Это и впрямь крепость.
Что там происходит, Себастьян? Сэм просто в разнос пошла. Она как будто еще больше дестабилизировалась. Ты половины не знаешь. То есть ты с этим как-то связан? Я бы не стал ничего делать просто так. Я покончу с этим раз и навсегда. Я спасу Лили. И на этот раз у меня есть все, что нужно. Удачи, Себастьян. И держи меня в курсе, ладно? Мне нужно знать, что там происходит, чтобы иметь возможность снова тебе помочь. Ты меня понял? Да. Буду на связи. Ты не откликнулся на зов! Ты пришел. Хорошо. Что случилось, Сайкс? Ты же знаешь, что я занят. Ты сам просил позвонить тебе, когда я буду валить. Нашел запасной выход? Смотри сюда. Поздравляю. Ты должен показать мне, что нужно делать, чтобы вывести отсюда Лили. Согласен, но давай договоримся. Сначала ты поможешь мне выбраться. Помочь тебе? Да я ни черта не понимаю в этих компьютерах, Сайкс. Нет, помощь мне нужна не в этом. Я взломал сервера и влез в закрытые зоны STEM. Там есть капсула, которую я хочу использовать. Но ее нужно подключить к питанию. Плюс там полным-полно этих долбанных тварей. Коллапс уже затронул глубинные зоны STEM. Тебе нужно подключить питание и зачистить это место, чтобы я мог выбраться. А мне какая в этом выгода? А я покажу тебе, как использовать капсулу. Идет? Идет. Попытка не пытка. Позвони мне, когда все закончишь. Должен сказать, я не ожидал твоего звонка. И не говори. Я тихонько пытался решить проблему с запасным выходом, но пару раз выглядывал. Твари просто обезумели. Что там происходит? Да тут один маньяк пытается захватить Юнион. Так что тихонько это ты правильно сделал. Иначе бы он тебя порезал в лоскуты. Ну и жуть. Пожалуй, я пас. Хуже всего, что эта сволочь хочет захватить Лили. Но если у нас все получится, то сможешь спасти ее, как только найдешь. Как такой парень, как ты, вообще оказался в Мёбиусе? Такой, как я. Что ты имеешь в виду? Ну, человек, имеющий сердце и совесть. Я думал, они нанимают либо хладнокровных рептилий, либо послушных болванов. Но ты не такой. А ты что подумал? Ничего, забей. На самом деле я хотел у них работать, так что сам их искал. Это оказалось непросто. Они умеют заметать следы. Зачем это тебе? Да ведь это ж одна из самых крутых организаций в истории, чувак. Как устоять? И ты не считаешь, что они преступники? Преступники — это те, кто сидит за решеткой. Есть такое выражение. Кис кустодиат, ипсус кустодес. Согласен? Конечно. Да, ну, я тебя понял. Thank you.
Ладно, давай начнем, пока я не успел испугаться. Все заброшено. Жуткое место. Нужно разобраться, что там внизу, и снова включить питание. Ну вот и все. Пора звонить Сайксу. Спасибо, дружище. Без тебя бы ничего не вышло. А ты уверен, что сработает? Нет. Но оставаться здесь — это чистое самоубийство. Попробую. Другого выхода нет. Так, все готово. Когда вернешься с Лили, вот таймер, видишь? Поверни его на четверть и нажми вот эту кнопку. 60 секунд, чтобы забраться в капсулу. Вам надо уместиться в ней вдвоем. Даже не знаю, Сайкс. У меня нехорошее предчувствие. Послушай, я знаю, что делаю, ясно? Может, подождешь еще немного? Поможешь мне найти Лили, а потом мы вместе выберемся отсюда. Я понимаю тебя, дружище. Правда. Но все, что я могу сделать, это чтобы капсула работала. Ладно, как скажешь. Пожелай мне удачи.
Спасибо, друг. Я тут кое-что оставил для тебя. Там, куда я отправляюсь, мне не понадобится. Увидимся на той стороне. Исчез. Хотел бы я знать, получилось ли у него. Капсулу STEM в качестве запасного выхода произошел сбой. Несмотря на 25% эффективность, было принято решение остановить исследование. Один из четырех испытуемых смог вернуться. Остальные три прекратили существование. Мы считаем, что остальные 75% испытуемых попали в неизвестный подуровень STEM. Сон внутри сна, откуда нет ни одной известной возможности выбраться. Из-за большого количества неучтенных факторов эксперимент был прерван. 25% на успех? Я не могу так рисковать жизнью, Лили. Надеюсь, что Сайкс выбрался отсюда. Один шанс из четырех. Может, ему повезло? Ты здесь, Кидман? Для тебя. Всегда. STEM. Система уже дважды отказывала. Машина, которая подсаживает тебя в головы других людей. Кто вообще решил, что эта штука такая полезная? Я не хочу влезать в голову другого человека. Я понял это еще в прошлый раз. У Рувика были свои извращенные мотивы, а в Мёбиусе решили, что у его разработки большой потенциал. Потенциал всеобщего порабощения? Лучше, чем оставить ее в руках психопата. Вот уж не знаю. Только не говори, что ты купилась на эту байку об объединении человечества. Кто знает, что натворил бы Рувик, если бы не ты. Рувик ли, Мёбиус ли, неважно кто. Такая технология опасна в любых руках. Это большая сила. Слишком большая. А силы всегда злоупотребляют. Нас!
В отеле чисто, Хоффман. Ты как там, все настроила? Да, я готова. Ладно, отправляю координаты. Ну, вот и он. Что это? Портативный стабилизатор поля. О'Нил работал над этой штукой до того, как Теодор его изменил. Он создает небольшую зону стабилизации, которая оттолкнет пламя. Небольшую? Размером примерно с убежище. Достаточно, чтобы меня защитить. Отлично. Как это работает? А вот тут начинаются сложности. Это пробный экземпляр, так что может взбрыкнуть. Управлять буду я. Не хватало, чтобы он отказал посреди стены пламени. Я не могу тебе это позволить. Слишком опасно. Как и оставаться здесь, если у тебя ничего не выйдет? Мне надоело прятаться. Выбраться можно, только работая сообща. Иначе нам Лили не спасти. А потом, вдруг тебе понадобится экстренный психоанализ? Кому обратишься? А ты умеешь убеждать, Хоффман. Конечно, умею. Я же штатный психолог. Ну да, точно. Тебе может понадобиться время. Скажи, когда будешь готов. Ты готов, Себастьян? Ладно, Хоффман. Давай начнем. Хорошо. Иди первый. Я буду нести его и управлять им. Он защитит нас от огня, но не от тварей, что попытаются нас убить. Не бойся, я с ними разберусь. Ну, погнали! Работает! Главное, оставайся внутри сферы! Пошли! Из-за огня ничего не видно! Просто следи за тварями и иди за мной! Я знаю, куда идти! Еще один! Берегись, Хоффман! Это ты меня береги! Прекрасно! Они повсюду! Кажется, что еще идти и идти. Он не хочет нас пропускать. Ну и хорошо. Значит, он боится. Не останавливайся. Мы почти у цели. Постой! Со стабилизатором что-то не так. Починить можешь? Попробую! Прикрой меня! Thank you.
жалеешь, что пошла? Это мой шанс искупить вину перед Лили и всеми, кого я помогла втянуть в STEM. Так что нет, не жалею. Надо как-то прорваться. У меня есть еще патроны! Держи! Получилось! Надо уходить. Прости, Юкико. Он еще заплатит. Обещаю.